біздің қонақтарымыз. Мен бүгін Мұхамеджан Адамбекен Ибрашқызы, осы Бұланды ауданының бас санитарлық мемлекеттік дәрігерімін. Сіздерге коронавирус жайлы, коронавирус инфекция жайлы мәлімет беруге рұқсат етіңіздер. Бұл прямой эфир, тікелей эфир. Сондықтан сұрақтарыңызды қойып отыруға болады. Здравствуйте, уважаемые! Буландыцы и гости города нашего района. Я Мухамеджан Адамбекен Брашна, главный гастросанитарный врач Буландынского района. Предоставить хочу вам информацию о коронавирусной инфекции, о эпидситуации. В ходе прямого эфира можете задавать вопросы, на которые я постараюсь ответить. На сегодня по Буландынскому району, вообще по сегодняшний день, зарегистрировано с начала КВС, с начала пандемии, зарегистрировано 3519 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 2683 с симптомами и 836 случаев бессимптомного вирусоносительства. А за 2020 год, как я уже повторяюсь, в предыдущих эфирах было всего 320 случаев, но эти 320 случаев были очень страшными, с последствиями госпитализации, с лечением, со всеми разнообразными протоколами. В 2021 году заболело 2190 случаев заболевших. И в 2022 году, по вчерашний день, до 1 сентября, у нас зарегистрировано 1005 случаев лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 931 случай с симптомами и 74 случая бессимптомных вирусоносительства. Если по времени, то в январе месяце был пик заболевания, 616 случаев было, в феврале 154 случая, в марте у нас зарегистрировано было всего 2 случая, апрель-май у нас было по нулям, и в июне месяце у нас регистрировалась инфекция в 3 случая, и начиная с июля месяца пошел подъем. А в июле месяце было зарегистрировано 77 случаев, и в августе месяце 153 случая. Сентябрь месяц, 1 сентября у нас не было зарегистрировано ни одного случая. И сегодняшняя регистрация к концу рабочего дня будет известна. В сравнении с 2020 годом в июле месяце заболело 78 человек, 3 было инфицированных, в августе 38 заболевших. В 2021 году заболело в июле месяце 410 человек, 9 было экзотировано, в августе 432 случая. И по прогнозам 2022 года, август месяц, прогноз был повышение заболеваемости. Если в прошлом году у нас в августе месяце погибло, экзотировано было 22 человека, в августе месяце, в июле месяце 9 человек, то в этом году, в 2022 году, экзотировано было всего 1 человек, это среди 153 случаев. И стационарно тоже лечился этот же человек, 1 человек. В августе рост заболеваемости в сравнении с предыдущим месяцем в 1,9 раз был превышен. Я хочу сказать, что основная доля заболевших приходится на взрослое население. 912 человек, 912 случаев. Это составляет более 90%. Остальные случаи приходятся на детей от 0 до 5 лет, это 50 случаев. От 6 до 14 лет приходится 27 случаев. От 30 до 39 лет 185 случаев. От 40 до 49 лет 121 случай. С 50 до 59 случаев 139 случаев. Заболевших старше именно 60 лет 283 человека.
И это составляет от количества практически до 30%, да? Как вы видите, основная доля – это взрослое население от 18 и выше. Заболевания выявлены при самообращении в июле, в августе месяце – это 187 человек, по контакту 23 человека, при профилактическом осмотре 20 человек. Больные местные, все нашего района, с 1 июля по 1 августа, ой, сентября, выявлено в городе Макинске 197 случаев, в селе Журавлевка 6 случаев, по 4 случая в селах Красносельская, Вознесенка, Ярославка, по 3 случая было выявлено в селах Никольская, Капитоновка, и по 2 случая в селах Алтын-Дейт, Тастыөзек, Купчановка, именно организованном коллективе. И по одному случаю в селе Аккаин, в ауле Аккаин, аул Жанаталап, село Иванковка и 26-й разъезд. За июль-август месяц по профсоставу у нас такое распределение заболевших. Пенсионеров у нас заболело 81, неработающих 45, беременных 11, беременных и кормящих 11, работающих 70, дети до 12 лет 20, подростки 3. И итого у нас получается 230 заболевших за июль-август месяц. Если посмотреть, при проведении анализа, при мониторинге выявилось, что именно из 230 человек заболевших за 2 месяца, непривитых у нас 139 человек. То есть это составляет более 60%, точнее 64%. Из числа зарегистрированных 91 человек имеет по 2 прививки против коронавирусной инфекции, 39,5% от заболевших, 8 имеют ревакцинацию первую, трое вторую ревакцинацию. И хочется отметить, что именно у вакцинированных и ревакцинированных болезнь проходит в более легкой форме. Все больные у нас находились на амбулаторном лечении. Инфекционное отделение при санатории бывшем Арай не функционировало. Там на сегодня функционирует прививочный пункт наш. Что еще хочу сказать? По вакцинации хочется остановиться, что у нас подлежало вакцинации 19600 человек. На сегодня у нас провакцинировано от подлежащего контингента 83,6%, при областном показателе 75,9%. Ну и если взять от населения, то практически составляет 49% от населения. Это практически половина населения у нас вакцинирована. Вторым компонентом у нас подлежало 16312 человек. Провакцинировано 83,2%. Областной показатель по второму компоненту составляет 73,3%. То есть, в принципе, мы на фоне других районов выглядим неплохо. Но хочу сказать, что еще 50% населения не вакцинированных. Я бы хотела их призвать к вакцинации. Те, которые у нас вакцинировались, должны сегодня ревакцинироваться. Вышло постановление, я уже озвучила об этом, что обязательно надо получить ревакцинацию. И именно обязательное получение ревакцинации именно работников медицинских организаций, силовых структур, объектов образования и закрытой нашей организации, это медико-социальные учреждения. Если провести анализ по ревакцинации, то на сегодняшнее число, на 2 сентября, по ревакцинации у нас тоже ситуация достаточно положительная, тенденция, динамика.
78,3% подлежащего контингента у нас провакцинировано. А областной показатель у нас 73,1%. Также у нас вопрос по вакцинации от коронавирусной инфекции вакцины Комирнати. У нас подлежало, на сегодня привито 834 человек, это 34% составляет. Областной показатель у нас 26,4. Из них женщин в период лактации у нас привилось 104 женщины. Беременных у нас привилось 13 женщин. И подростков 536 женщин, человек, что составляет более 30%. При областном показателе 20,7%. А также другой контингент 181 человек. Также у нас неплохие показатели по второму компоненту. 813 человек у нас вакцинировалось. В процентном содержании это 32,9%. Областной показатель у нас 24,8%. Женщины в период лактации 101 человек, 18%. Беременных женщин у нас вакцинировалось 6,7%. И подростков 522 человека, 29,8% от подлежащего контингента. Областной показатель 21%. Ну и другой контингент, это 180 человек, получили вторую вакцинацию. Хотелось бы обратиться к населению, особенно к родителям, о том, что сегодня начался учебный год, второй день. Все детки пошли в школу. И именно вакцина Комирнати, вакцинируются именно дети с 12 до 18 лет. На сегодня имеется в наличии эта вакцина, и хотелось бы обратиться к родителям, к самим учащимся с 12 лет. Мы приглашаем вас на вакцинацию. В каждом сельском округе работают прививочные кабинеты. Если есть желание прививаться в городе Матинске, то также работает хороший прививочный кабинет у нас в бывшем санатории «Арай». Это здание сейчас относится к больнице, поэтому это хорошие созданы условия для вакцинации и ревакцинации. Вакцинация нужна для того, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией. А если даже вы заболеете, то эта болезнь, эта инфекция пройдет в легкой форме. Хотелось бы пожелать всем здоровья, и вы, чтобы подумали и решились прийти на вакцинацию. Всего доброго. До свидания.